В Ярославль приехали международные наблюдатели ОБСЕ Хелен Корнблюм из США и Нилс Нилсен из Дании. В течение месяца они будут проводить мониторинг избирательной кампании в депутаты Государственной Думы России. Сегодня они встретились с председателем Ярославского облсберкома. Олег Килипченко рассказал о процедуре предстоящих выборов. К слову, к сентябрю приедут еще несколько наблюдателей. Их первостепенная задача – следить за чистотой выборов на территории нашего региона. Также представителей ОБСЕ интересует освещение избирательной кампании в средствах массовой информации. Всего за выборами в Госдуму 18 сентября будут следить 64 специалиста международника по всей России. Добавлю, Хелен Корнблюм и Нилсен пробудут в нашем регионе до 23 сентября. Yes, we have. We feel lucky to be in this beautiful historic place. You can say that. Да, мы уже посмотрели, и мы счастливы быть в таком прекрасном историческом городе. And some of our colleagues are in Irkutsk and Khabarovsk. They're very far away. Некоторые наши коллеги оказались в Иркутске или Хабаровске, это очень далеко. But we have much to learn about your history during our time here. Нам еще предстоит многое узнать о вашей истории вот за это время. Я думаю, мы сможем организовать совместную работу, и присутствие международных наблюдателей позволит нам проявить свои лучшие качества, и их какие-то советы, консультации нам помогут более качественно организовать избирательный процесс.